Этот день морской истории. 20 февраля 1799 года русский флотоводец Дмитрий Синявин принимал участие в штурме Корфу, командуя в чине капитана первого ранга линейным кораблем «Святой Петр». Акт капитуляции французского гарнизона был подписан на флагмане Федора Ушакова «Святой Павел». Штурм Корфу был предпринят в ходе операции по овладению Ионийскими островами. В этот же день, 20 февраля 1799 года, в Бостон прибыл американский фрегат «Конститьюшн». К этому времени на борту корабля не было ни единого снаряда, ни грамма пороха, так же, как и не было ни еды, ни рома, ни виски. Зато в трюме осталось 38 тысяч галлонов застойной пресной воды. В этот день, в 1917 году, из-за взрыва на транспорте «Барон Дризен» в порту Бакарица в Архангельске погибло около 1500 человек. На его борту находилось примерно 4000 тонн военных грузов, в том числе отравляющих и взрывчатых веществ. И 20 февраля 1950 года контр-адмирал Николай Герасимович Кузнецов был назначен командующим 5-м военно-морским флотом на Тихом океане,